Свинья, ты охуела? Неворуемое дерево. Что, ты дом будешь строить? Да. Наш красивенький дом. Нет, ну, понравился, но я хочу свой домик. Это как бы только начало, тут будет еще две комнаты. Да я понимаю, я туда заселюсь формально тоже. Но... Формально, все с тобой ясно. Нет, я буду и там жить, хорошо. Кто построил шерсть эту хуйню? Дайте три шерсти. Вот стоит розовая шерсть, что это? Вот это что? Она разная, надо одинаковую. Блять, какой придурок сделал. Перекрасить можно. Ну. Сейчас, Артём, я тебе розовую кроватку сделаю. Угадай, кто это сделал, вот это вот, то, что ты там увидел? Влад. Да я догадываюсь. Кто? Артём. Какой? Ну, который второй. Ну, какой второй? Ну, ты. Нет, не угадал. Ну, тогда я не знаю. С пердящим микрофоном. Сань, ты начал делать. А, я что начал делать? Ты же его построил, а я просто шерсть добавил. В смысле, я не строил, вот ты что, дурачок? Да, ты построил, я тебе сказал, типа, а, дырка. Строил, я, ты там сказал, да, там пещера, я поставил вот это просто. Четыре блока, три блока вверх, ты сказал, вот по метках. Ты с него шерсть сделал. А, ну это да. Какие вы тут осидите. Какое стекло красивое, нихуя себе. Вот это удивление. Ёпарь. Я хочу стеклянный дом. Не советую. Ты бы видел, как он шейдерами выглядит стекло? Да, но все равно такое. Железо пока хорошо. Ого, нихуя себе тут как красиво-то. Я нашел спавнер зомби. О, предлагаю лечь спать. Хорошая идея. Артём. Ща. Написываю... А, ты ебать. Это ж ты кровать поставил. Ну ладно. Я лежу. Я тоже. Опа. Ванильный Майнкрафт такой сложный, оказывается. Но красиво выглядит с шейдерами, он очень красиво.
кто тоже согласен, лайк, пожалуйста, лайк. Хотя можете не ставить. Мне все равно. Вот. Такая тишина. Я не знаю, что сказать. Скажите мне порт, хотя не надо. Это аж должно было сохраниться. Да, да. Я тут думаю, что ты здесь сидишь. Как ровно работает сервак-то? Не лагает? FX. Ну, FX тащит. Выделенными 16-10 гигабайтами. 10? Ой, так много-то. Хотя я сколько, я не знаю, сколько я поставил. Где посмотреть? Это ставил вообще? Это не ставил. 2. Ну, не ставил. А может поставил, хер знает. Не, если у тебя 20, то значит ты не ставил. Ну, потому что больше не надо, потому что потрачено гигабайт. Спроси Артёма, спроси меня, мы тебе скажем надо. Как? Алмазики. Крафтики. Как поменять значение этого? Это тебе надо сейчас из Майнкрафта выйти. Ну так скажи мне, я запомню. Зайти в настройки лаунчера, да? Нет. В настройки Java. Нет, не настолько. Там в лаунчере это, но не настройки лаунчера. Ну я понял, настройки Майнкрафта, там запуск Майнкрафта. Подожди, подожди, установки.